This video is made in Russian, especially for the people who wants to understand in Slavic languages how to tune the device and principles of the device. So we're gonna be posting either subtitles to this one or another video that would be made for English speaking audience. So please be patient as we cannot do everything in once. My name is Wesley from New York. People responsible for this video is Arūnas, England, Aidas, Lithuania, me, and the recording was made with the help of Free Energy Info. This video is not for entertainment, it shows also the points that we get stuck, we have to repeat the procedure, we have to retune the device, and it's very much helpful. Now the computer is being driven from two points at the same time, so the adjustment of the oscilloscope and spectrum analyzers, both of them software driven, were used with the help of Aidas, who was making a changes for the winding connection. All of that is very much important for anyone who wants to understand and bring it to life. So make it happen, guys. Хорошо, теперь Aidas не трогай, я тут немножко перекину вверх, чтобы видно было. Второй чернок канал нам не нужен, можно вот так вот поставить. Чтобы было видно эта табличка. Теперь мы это немножко вниз, потому что нам не нужно там, что... Если что, этот через сигнал идет через делитель 1000. Да, что, нет, значит, 1000. Что вот тут показано, это хуйня. Она только еще пересчитывает. У нас... Вот мы нажатие умножаем на 1000. Все, тут ясно. Теперь еще раз. Мы подаем белый шум, мы получаем пик на 15 витков. Подаем на планетовые пластинки. После этого мы включаем вот такой сигнал, как Тесла делала. Моделирование спаргапа. Да, это эмуляция спаргапа. Потом смотрим, что мы получаем на осциллографе. Мы получаем синусоиду, значит мы в резонансе. Все. Значит, на спаргап надо настраивать конденсаторы, чтобы на эту частоту 1,393 кГц. Теперь отключаем все это дело. Смотрим на 650, что мы получаем. Какие... Переключать Арūnas? Да, переключай. Посмотрим, где пик сейчас будет. Сейчас. Здесь не меняю ничего. Переключаем на 50 метков. Будем снимать бифорарок или будем видеть все еще на 50 метков? 50 метков сейчас смотрим. Из-за этого... Я сигнал подвели на 50 метков, да? Да. Да. Ну, чего, сигнал остается на меди. Ледовые пластинки. Снимаем с 50 метков. Только первый раз тут нам сигнал тут другой уже нужен. Не нам, уже мы не моделируем этой. Да, тут поменим. Пока оставим там. Одно можно это. Давай, регулируй, чтобы сильно было. Лучше сильно, чтобы гармоники нарезали. Вот видим, здесь наша частота. Что мы видим? Мы здесь видим вот пик такой. Здесь вот, в этом месте. И другой пик. Вот. Да, и другой пик. Так, мы сейчас его... Арūnas, подожди, нам надо перестраивать на немного ниши гармоники. Смотрим, не на ниши гармоники. Вот, качество. Посмотри все гармоники, чтобы было бы видно, на какой самый большой пик. Сейчас он будет пересчитываться, это займет немножко времени. На 60 Гц это вообще... От 60 Гц до максимума будет пересчитываться. Пересмотри все пики. Подожди. 60 Гц это очень медленно считает у нас. Надо же. Да. Смотрим дальше. Ну вот, секундочку. Подожди. Самая нижняя часть. Все посмотрим. Пик вот где? Самый первый. Ну подожди, давай все посмотрим. Самый высокий пик где? Это наша, это феррита. Да. Это тоже феррита будет, извините. Когда подаем? Да. Арūnas, тут частоту меня, помнишь, мы там рассчитывали? Давайте, уже голова будет, я... Да, посиди, Айда, спокойно сейчас, там подключено, все, сиди, смотри. Ты сам могу. Смотрим, самая низкая частота. Какая у нас, чтобы так посмотреть, вот здесь вот, у нас что-то интересное. Я говорил, что получается гармоники очень низкие. Не могу понять. Там вторая гармоника, тоже посмотрим. Ну,
Ну, 4 Гц, да? Третья гармоника. 7 Гц. Мое мнение здесь, можем быть, мы имеем дело еще с полем Земли. Ну, значит, это не трогаем. Смотрим дальше. Поле Земли это будет 8 Гц. Но у нас интерференция идет. Вот так можно здесь вот подловить. Вот 1, 2, 3. Смотрим дальше. Я говорил, что получается одна гармоника очень высокая, низкой частоте. Не могу понять почему. Теперь здесь. У нас сидит... Да, амплитуда как бы здесь. После всего этого. Можем попробовать на 25... Ну, 26 кГц. Не забудь, что нам надо эту частоту около 200-300 кГц вкачать. Да. Но нам нужно повыше, потому что это слишком далеко от нашего резонанса. Идем дальше. Так. 3 кГц, 6 кГц, 12, 30. Посмотри этот бит. Видели? Маленький еще дальше. Смотри. Еще маленький, да? Идем дальше. На 60. Дальше. На 120. На 300. Вот тут и начинается сейчас. Смотрим, сам один пик меньше, чем... Дальше. Ну, я тут показываю просто. Все сначала показывай до конца, чтобы все поняли. Да, теперь ищем дальше. Теперь уже до 600 кГц наша шкала. Смотрим здесь, вот как бы здесь такие два. Один вот тут, этот, сейчас, секундочку. 70 кГц, да? И другой. 90 кГц. Еще посмотрим. Значит, Dirty Cycle, помнишь? Да, я помню. Dirty Cycle у нас, кстати, должно поменять. 39. Да, 39%, чтобы было. Dirty Cycle сейчас я сделаю. Так, Dirty Cycle. Чтобы не было шума. Ну как шума? Чтобы меньше энергетических потреблений, а вы как? Да, меньше потребления, меньше шума, причем здесь тоже видно как раз. Теперь, так, 39 как-нибудь. Это в прошлый раз только было, так что не знаю, как теперь будет. Но все равно 40, скажем, оставляем, да? Очень близко. И что мы видим? Мы видим на этом пинсте самый большой пик. Еще не ясно. На 1 МГц. Это 129 МГц. Да, теперь переключаем на 3 МГц. О! Теперь смотрим пики все, которые здесь самые яркие. Это наши гармоники. 88,5. Вторая гармоника. 178. Третья гармоника. 278. Вот, третья гармоника. Запомните цифру 3. Причем 3 это вообще из математики и еще Fibonacci участвует. Теперь смотрим дальше. Четвертый. 370. Кстати, мы сделали первый раз на четвертый. Мы можем попробовать на третий. И еще есть пятый. Но пятый уже вот самый быстрый выше. А 16 Fibonacci как раз это и получается. 460 кГц. Наш, короче, вот сейчас, что мы видим, мы подаем здесь 1,930 кГц. Наша самая высшая гармоника на катушке 50 витков. Мы здесь имеем 460 кГц. Значит, мы подаем эту частоту. Сколько было? 300 с хуя. Ну да, там около того. Так вот, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 гармоника. Теперь мы можем уже эти частоты подавать 460, подавать потом на 15 витков 50 Гц. Подавай 460, частоту задавай. Вот теперь смотрим, я переключаю на осциллограф, чтобы вот показать, что у нас творится. У нас тут фигня творится на этой катушке 50 витков. Сейчас переключаем на частоту, которую мы имели. Мы имели 440 Гц, сейчас вот это. 460 на это. Синус показывай, будет синус. Да, будет. А, нихуя не попал. Секундочку. Не попал. Регулируй. Секундочку. Сейчас вот, когда мы смотрим на это, да, вот видите, уже довольно близко мы сидим, так как вот такое начинается. Сейчас мы регулировать будем. Скажешь, вот так. Так не порегулируешь, это руками. Ну да, там, в принципе. 470 задаем. Что мы видим? Уменьшай, по-моему. Да, почему? Потому что уже из-за дегенерации это. 430, смотрим. Это грубо сначала, чтобы добраться. 300 задай. Какая там гармоника была? Это 460. Немножко пониже.
На середине какая частота? Сейчас, секундочку. Вот это надо, да. 2, 3, 1. Смотрим на это. Что мы получаем? Нет, не попадаешь. Пали? Ну вот так и играемся, пока получаем синус. Или здесь просто они проверили ближе 450, тоже бить. Подожди, Рубенс, немножко сделаем попроще, посмотрим, что мы будем иметь. Ой, блядь, это там лес. Ну, есть еще вот один вариант, который сейчас Алис покажет. Но опять белый шум на плане, на пластинке. И смотрим, где пики. А видишь, тут нет на катушке такого пика. Да, я не пластинке. Не должно быть. Не очень видно. Так что руками у нас подбирая, как старый метод, там часто. Да, да, да. Другой метод руки здесь не очень. Опять берем метод. Причем можем загрузить наш сигнал, посмотреть еще. Файл опыт. Нет, сразу включай мой функшн. Ну, сам сделай, блин. Все, есть уже. Выбирай, какой хочешь. Так. Это наш вот. Ну, это шпагер, это не подходит. Ну, все, я хочу кое-что показать. Так, подаем. Сколько там было частота? 1,830, да? 1,93. 1,93. Хорошо. Опять. Переключай на другой этот. Это не это. Переключай на шкалу. На спектромонизатор. А, да. Дальше, 12, или 25 эр. Вот. 25 эр, вот, это наш. Так, вот у нас самый большой здесь, это частота, которую задаем, да? Теперь следующая, которая вот имеется, если там... Смотрим, у нас покажи, как настроиться, это не уже ясно. Да, все, короче, теперь... Показывай, как настроиться первичные катушки. Тут, короче, снимаем с первичной еще 50 витков, да? Ну да. Да, так вот. С 15 снимаем, 50 подаем. У нас... Ты настраиваешь этот несущий этот сигнал, который будет смешан с несущей волной. Да. Тут у нас не очень. Ну, надолго мы играли в прошлый раз, пока нашли, так вам не собрались где-то 2 часа или 3. До гармонии курсом посмотрим тебе без золота. До гармонии. Надо, чтобы совпала гармоника, которая вот частоту вот подает. Это как попадется еще, мужики. Все... Как говорим, долго играть. Да, все на русском говорим. Долго мы там играли, пока поймали, чтобы нам надо синус получить на выходе. Только у нас переключи эти пики, телевизор подаешь. Да, я только вот хотел показать кое-что. Переключи эти пики и настраиваем эту самую гармонику. Хорошо, сейчас я до Disciple до 30 снижу. То у нас как бы перебивает. И мы подаем эту всю. Так, у нас пики 5. 8,3,3. А 8,28. 74.1. Давай, делай синус. Помнишь, как тут раз? Да, я смотрю. 8.28. Сейчас попробуем вокруг этого посмотреть. Может, что у нас будет на этот момент частота больше, а не так, как было в прошлый раз у нас. Да, может быть. Я говорю, так не знаю, какие это параметры после этого колода использования. Сейчас. Так, до мегагерца уже слишком. 650 у нас... Лютый цикл плохой, вижу. Лютый цикл увеличивает, говорю, 39 так где-то. Вот. Что ты чисто выглядишь, а Рунас увеличивает. Я уже видел, они закрываться хотели. Еще увеличивай, пробуй. 700 задай. Бля, не попадай, как трудно. У нас надо, чтобы здесь был вот это, чтобы сглаживаться получился. Надо сделать так. Чем меньше дути цикл, чем больше выход, на выходе был некрасивый синус. А дути цикл меньше тем, что меньше потребления на вход. Ты сами понимаешь. Нет, мы сглаживаем, но... хотя, ну да, надо увеличивать, я уже знаю. Вот видите, вот на расстоянии между этим и этим, да? Вот здесь, вот эти два. Да. Я увеличиваю свет, вот здесь. Когда мы отходим, да, вниз, вот здесь.
Мы убираем из задач, мы увеличиваем частоту. Все, что мы не слышим. Раз, тебя не слышит, твой микрофон, наверное, в жопе. Тебе слышно? Нет, нет, плохо. Файдас, возьми сам. Нет, пускай делай. Я думаю, вряд ли найдете. Феррит плохо работает, не резонанс. Не получится. Слишком тонкая пластинка. Но я делал только больше генератора частоты не хватит. Гинтас говорит, может, тонкая пластинка слишком. Подожди, Рунас, дай мне попробовать. Ой, не так сделал. Подожди, тысячу секунд. Сейчас я группу метров найду. Да, мы как не попадаем. Это страшно просто. Блин. Она мне слаживается, это его. Гармоники все смотрим. Да. Вот тут вот, когда вот имеете такое, там гармоников много. Надо это вот просто убирать. Вот, более-менее, давай дальше работаем. Да. Сейчас перекидаем 500, да? Еще уменьшаем. Сейчас 480. 470. Качан. Нет, 450. Группа немножко. Сколько мы прошла сюда делать? Вечер, наверное. Так, только тут уже у нас... Нет, уже не то. Нетушка полосного резонанса. Все кривые, слишком широкие, а сидость не получится. Получится, всегда получается. Мало мощности, феррит мало, очень слабо работает. Получилось, первый раз получим, и этот феррит тот же самый. Феррит тот же самый, но раскачка узкой полоской куда слабее, 4 раза, наверное. Надо широкую полоску поставить, лучше раскачать будет. Может быть, вы правы. Может, так и есть. В прошлый раз, кажется, не полный сантиметр было, а там больше. Или увеличиваете амплитуду, да, плюс-минус 10 вольт. Айдас! Померь пластинку, которую имели в первый раз. Да. Айдас. Она была намного больше. Айдас, сейчас можешь померить эту пластинку? Вот это померить. Так я забросил, как разбираю. Я тут попробую поиграть еще. Не поиграйся, пока не дает. Да. Это видео пойдет в интернет. Надо, чтобы люди знали. Первый раз какая пластинка и сейчас какая есть. Уже знаем. Калдер, может и получится. Но, по-моему, тут пластинка очень маленькая. Резонансы слишком невыраженные. Амплитуды слишком маленькие. Чем меньше пластина, тем выше частота. Вот смотрите, если подадут 1,3 МГц, да? А у нас назад уже близко. Надо было сокрушившись. Ниже 1200 давай. А, вот видите теперь, 1,3. Я сейчас... Ниже, 1,200. Я говорю, мы сегодня делаем даже на эту пластину. Только вот близко, вот этим диапазоне давай включим. Да, именно прямо сейчас. У меня тоже самое было. Сейчас, берем ей, да. Ну, включи тут где-то жопой. Понимаешь, но это лучше. Где-то рядом. Да. Давай. То же самое я помню у меня, когда я трансформатор Flyback настраивал, мне тоже самое было. Опс. Бля, мы все-таки пассивные, это будет ставить большую. Да, не работает. Видишь, на какой частоте? Да, не хватает. Так, Айдас, нашел пластинки? Я сейчас покажу, сколько на это, если вытянет генератор, потому что генератор дал мне интерес. Айдас, нашел старые пластинки, нет? Не искал еще даже, смотри, что он сотворяет. Назад, да. За мной. Вот, но теперь слишком много. Меньше. Да. Еще меньше. Меньше. 1750 давай. Да, так я тоже там не задаю. Нет, меньше. Давай меньше. 690.
1690. Я понимаю, что вы уменьшаете. Да, да, я сделаю, мне проще. Увеличу. А режим свипа нет у вас? Я свип. Можно сначала попробовать свипом. Только может... триггер вырубаю, будет триггер зверей просто. Так, задаем частоту. Какая там была? Секундочку, опять в анализере смотрим. Не, ничего не 1700, допустим, от 1 МГц, так это 6 нулей, раз, два, три еще, до двух. Раз, два, три, раз, два, три. Так вроде. Да. Если не ошибаюсь, еще или по нулю еще. У нас экраны не шевелятся. У меня все. А, там сейчас. О, синус пошел, видишь? Это в этом диапазоне будет. Надо найти. Но мы не видим синуса. Сейчас попробуем. Я вижу, я вижу. Секундочку. А, уже так, секундочку, я сейчас найду, просто... Тут играться вообще, так, где он сначала... Думаю, что, я говорю, что это будет около 1.5, но это сильно... Секундочку, я сейчас найду какой-то. Или, если такой провод использовать, надо больше провода, чтобы чистоту гармонии найду, меньше. Найду, секундочку. Я использую способ с триггером, с максимальной амплитудой. У нас экран не шевелится. Сейчас придут, покажут. Не успевает показывать камеру. Не камера, а интернет. У меня самого быстро меняется все. Поняли. Или сейчас, останови, я перезвоню, чтобы они видели. Все. Так, секундочку, Грунберг. Подожди. Секундочку, подожди, сейчас выскочится сраный Квин. В Кейне ВКонтакте, в Кейне ВКонтакте. Сейчас, сейчас. Так, где тут? Давай голову кидай. Во, все. Все пошло, видим, видим, видим. Сейчас я просто пробую с триггером играться. Так, самая максимальная амплитуда доз. Еще немножко. Ну все, говорю, это будет зависимость еще от провода длины. С таким проводом, я думаю, еще надо будет больше витков, даже не 50, а 100 лик наматывать. Все, остановил. Смотрим. Самая большая амплитуда на слога подключен. 1.6, это только 1.6.1. То есть не знаешь. 1.6.1. Да. Теперь. Если ты хочешь посмотреть, вот тебе цифры показывают, но они наибыстрее всего врут. Сейчас прямо задаем эту частоту. Другом, 1.6. 1.6.1. Ноп. 1.6 не 0.1, а 1.6.1. И 0. Нет. Попробуй вокруг поиграться. Сейчас. Нет, это же слишком. Там начинаются такие резкие. Ну, еще меньше, 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 меньше. Как трудно будет поймать все-таки. Ну, пластинка у тебя очень маленькая. Надо увеличивать ее. Хуёво. Буду пластинки побольше ставить. Я пробую просто шину поставить, смотрю, не хватает. Но близко, когда крутимся. Ну еще, немножко увеличим. Падает. Еще немножко. Причем, уже падает, все. Подожди, синус, во-во-во, уже близко. Только мне не нравится работать на такой гармонике. Да, не нравится, потому что... 1.9.3.0 это резонанс ферита, а мы получаем уже фигню. За много же, мы не сидим, чисто ты хватит меня, хоть меня застрели. Надо пластинки менять. Не пропадает последний вот этот диск, который сидит. Вот этот нам надо выпрямить, чтобы этот подавался сюда. Да, приближался к синусу. Да, сейчас я перемотаю его. Да, переделывай. Так, это сейчас будет переделка катушки, да?
Да, переделка пластинок. Да, пластинки. Хорошо. Сейчас я видео останавливаю. Да. Вот, и вот, ну если синус уже выдает. Вот старые пластинки поставил, сразу нахуй синус появился. Ну ого, вот, вот и все дело. Я сейчас, я, внимание, я сейчас начал записывать. А у нас там регулирующие теперь. Хорошо. Иди, подписывай, да. Это запись 2, настройка 2. Настройка 2 поменяли пластины старые назад. Да. А это пластинки, они что, они медные или они алюминиевые? Алюминия, алюминиевые. Из алюминия? Да. Ширина, ширина пластинки 4,5 сантиметра, толщина 1 миллиметр, сделана с алюминия. Если хочешь знать, толщина довольно, я думаю, будет где-то 0,2 миллиметра. 0,2 миллиметра толщина где-то? Да, где-то так думаю. Спасибо. Ленис микрометр, Ленис микрометр, неси я по 2 линии. Спасибо. Неси, я думаю, на кофе это так, ну, фольга для печенья уток. А, это пластинки сделаны из фольги для печенья уток. Да. Все ясно, спасибо за фольгу. Фолия для печенья. Да, фолия, фолия. Все ясно. Даже на Вайсе уже синус есть. Фолия добра побеждает, там, кажется, привидели. Так, сейчас это пластинки сделаны на середине феррита, или наверху, или внизу. Посередине. Посередине феррита. Это две пластинки снутри, одна пластинка снутри. Да, это те же самые пластинки антаннов, которые у тебя в сайте. Да, это я хочу для людей повторить, которые смотрят видео. Да. Так. Даже не думал, что так будет влиять, если это хрена сказать. Ну, это пробовать надо, знаешь. А у нас, ну, есть и такая возможность, дурный вопрос, что алюминиевый это должно быть? Это проверим в другой раз, медь или алюминий. Сейчас делаем алюминий, старые пластинки. А, кстати, что там еще? Не было бы каких-нибудь политов, скажи, как не будто кашопи не скандома, то с кем присутствует сантиметр алюминия с полштяля, и раз лентос пуся, и что будет, ее плотность будет 9 сантиметров, да, то есть пуся с лентос. Не супротал хэм. Супротал хэм. А ты дарик слава, ты крах, и помолкисти, как тебе сера двигу. А, то с двигу лохтяль, но сера двигу. Ну, что такое, 9 миллиметров, 9 сантиметров плотность, лентос при пуся, сера сбой, тогда сна. Ну, как будто, а не стресс. O laidukas nebesilietuoli, o prispausas. Aš laiduką prisukau, kaip ir minėšnų grintos. Šiaip yra komplikuoti, bet nepaimu. Aha, apsakotai apie toks šiais. Kaip man pasirodė, kad jis jau nesu. Nu, ko čia bus per 15 pamatysim. Atmasi tak nemėtų, tai žinoma, vaidmai sėkai šio kaimai. Davai, kam šitą tu vadovai nebedžiūrės bistrą. O kam augulnikai, tam kramišą, tai žadėjus du oficiai. Palauk, palauk, aš galėčiau. O 4,5, tai visas aukštas. А у нас на вайпаде не настроено, я сейчас тебе еще раз говорю. Айдас, возьми сам. У нас будет скорее. Я все тут говорю, если пол, это все-таки множина, и посмотри, какая нахуй чистота. Два, вот ты жрет. Четыре раза пыль. Два, сюда это, так, ребят, кепцы, это, ну, ты Так, на моем сайте есть медная пластинка, то это надо фото снимать с сайта. Это неправильно, да? Наверху там ложится медная. А, не можете немножко подкинуть сейчас. Вот смотрите, кто имеет спектрмоновайзер, имеет рессора. Видите ваш синус? Делайте триггер на максимум, там, типа, когда уже он... Они не видят синус, а они с оперативной не получат. Это просто не удалось пластинки подобрать, когда этот фрик. Не понимаешь, Анис, вот видишь, откуда самая большая, вот тебе, вот верхняя. Да, я так и делал. Триггер сбился. Я знаю, я тебе просто показываю, вот верхний, там и верхний. Как он настроит пальцлограмму, не имея спектрмоновайзера, не имея там фугера вообще. Я же не говорю, что микрофон, как у нас микрофон с нашего сопа. Я же не говорю, что поехали. Я же слабый. Но я не могу говорить, когда в фоне кто-то говорит. Я хочу показать людям, вот вам, самый большой. Еще усиливаем триггер, чтобы остановилось. Где самая большая амплитуда у нас? Как настроить по амплитуде? Здесь и здесь. Частота 1,09. Еще смотрим. Еще есть выше.
как бы выходит за пределы. А Лунас, она, как сказать, она не голубая. Я знаю, просто я смотрю, куда искать. Вот вам, 1-1-1. Смотрим на сектором анализа сейчас. Что мы видим? 1-1-1 где-то будет. Вот он. Есть один метод на спектром анализер, очень простой. А если нет спектром анализера? Тогда нас, смотри, видишь прикол. Как провод зависит. Да, это потом обсудим. Сейчас это потом. Я вам показываю, как найти из белого шума нужные частоты. Потому что многие сразу говорят, нет спектром анализера, нет вектора анализера. Вот послуга. И нет белого шума. Подаете белый шум и смотрите самый большой амплитуду. Не имеем белого шума. Нет белого шума, руками пускай настраиваем. Да. Как? Генератор есть. Да, вы только делаете вот предел вот, и смотрите, где самая большая амплитуда. И вам из этого должно быть синус. Да, я так когда и делаю. Когда вы видите синус, вы просто устанавливаете вот триггер вот, и там нажимаете на самый верх. Все, вы видите самый небольшой. Вот смотрите, вот здесь и вот здесь, да? Даже не здесь, вот здесь. Мы на этом смотрим. Она, у нас, говорю, меняется постоянно, так что ты не зацикливаешься. Это будет примерно та же самая частота, я тебе говорю. Около мегагерца, все ясно. Дальше. А потом будет вам чистать провод. Вот отсюда до сюда. Тут еще поменяется, потому что это уже здесь. Но здесь, около этой частоты вы ищете, где синус. Давай, задавай частоту несущую. Несущую, я там удрежу. Берем эмуляцию нашего спаргапа. Да, эмуляция спаргапа. Не забудь, что настраиваешь катушку 50 витков. Блин, я думал, что ты на 15 подключил. Это же я тебе сказал. Это же мы с подряд более-менее найдем тебя на перейти. Это очень быстро найти. Так надо начинать от этого, блин. Переключи, короче, на 15 витков. Вот. Вот намного лучше тебе. Так, у нас. Вот трудно, Стас. Как много людей, так трудно. Как вдвоем, так лучше. Мы все молчим, молчим мы все. Все равно так же самое. Все равно это то самое. Теперь амплитуда выйдет очень большая. Причем тут делитель 1000. Теперь пробуем просто так, на 2 киловольта на деление. Так, сам. Триггер. Да, я знаю. Я просто смотрю, мы сидим на этом или не на этом. Вот он идет как свип, да? Только из белого шума. И теперь вы подбираете триггер на самый краткий. Более-менее сам настраивается почему-то на синус, даже при белом шуме. Да, вот это и главное. У вас получается синус. Еще надо установить, потому что иначе не померите. Я поиграю сейчас по стенкам, мне надо зависимость мерить, почему-то. Говорю, убытку ко мне опять уже вижу. А если поменяю, старый повод упадет. Убытку. Давайте подавай как надо. Но только здесь синус, потому что амплитуда синуса не ровно. Мы смотрим первую, а мы большая амплитуда. А еще раз говорю, потому что мы подаем много частот. Да-да. Она уже модифицирована, идет, она уже моделируется. Это как передатчики уже идет, она сама не настраивается. Это старые лампочные передатчики моделированы на частоте. Ну, сейчас как это называется, да? Ну, а Руна, сейчас ты раньше такой эффект не видел. Нет, почему? Это с этим проводом новым использованием. Короче, вот ваша частота. Куда всегда пик будет, хоть и затекли. Всегда будет пик. Я не сос отсюда люблю, всегда это будет. Только тут частота, видимо, ну вот 1.06. Там плюс-минус 100 кГц. И вы смотрите сейчас. Мы подаем сейчас эту частоту. Адамас? Да. Как другое имя? Гиндос. Гиндос, а почему так может зависеть от провода? Мы используем сам, значит, как провод. Почему так зависимость поменялась сильно? Так поменяли не только провод и пластинку? Нет, пластинку провод использовали мало, это на напряжение. Теперь подаем симуляцию с прояпом. Это будет и было, так всегда, выскочит. Все это связь, нравится, ты настрой первичный сразу. Я переключаю здесь. Что мы видим? Мы видим синус. Я говорю, будет около 3 кВт уже. Я вижу, сколько вы даете. 30 вольт умножаем на стольник. Если точно, то переключи на это.
чтоб не соврать всем, там 1200. Ну я хочу прямо на графике показать, там вот. 300 вольт. Так, берите меня, бит к 1000, да? Да. Смотрим. 300 вольт. Шкуй. Да, вот здесь. 6 кВт, смотри, здесь вот цифра 6, 3, 4. 6 кВт, 340 вольт. Видите? Да. Да, вижу. На 15 витков. Это на 15 витков получается, да? Да. Дальше. При шумовом генераторе 10 вольт. Генератор 10 вольт. Вот я если я сделаю здесь 1 вольт, сейчас посмотрим, да? Ну, раз у нас фигер, конечно, слетает. Не шумовой сигнал, имитация спарка. Да, 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 да. О чем я говорю? Если вы подключаете разрядник, то надо разговаривать не делать, потому что иначе он скажется. Теперь переключаем. Ну, это вот здесь, да? Одно деление — это 100 вольт. Чтобы ясно было, да? Да, мы подаем 1 вольт. Да. Мы получаем 680 вольт. Да, фантастика. Да, все, дальше. Дальше. Теперь надо, чтобы Айдос подключил... Будем это какие гармоники. Причем еще такой момент, если вы подаете слишком большую амплитуду на пластинке, у вас может сгореть 500 вольт, так что осторожно. Лучше с 1 вольта начать. Так как мы здесь, конечно, уже знаем, сколько нам выдают и сколько какой потребитель стоит, мы уже под 10 подаем, мы знаем, что они нифига не сгорит 500 вольт. Только больше 10 я не рекомендую подать. Понятно. Дальше. Начнем Айдоса, потому что сейчас он как бы ушел от компа. Дальше мы пойдем в бар. Так, теперь первичная катушка намотана каким проводом? 18-тысячный, это будет 1.5 миллиметра. Не, магазинным сейчас намотали. Да, да, вольтестранс ходит там по всему. Все равно, это будет где-то 1.5 миллиметра. От 1 миллиметра до 2 там диапазоне берете. Да. Провод мотается так. 51 виток мотается на весь широту ферита. Потом мотается на весь широту половинки ферита. Потом мотается 15 витков. Тоже надо стараться на весь широту ферита разделить. Мотание на правую руку. 7 витки сейчас. Все, спасибо. Это потому я спрашиваю, что люди будут смотреть первый раз этот видео, чтобы поняли, как что. Понятно. А выходная обмотка примерно сколько витков? 60? Сколько там? Нет. Сейчас будем подавать выход на 50 витков, будем смотреть, какая гармоника сидит после этого частоты, которую подаем на подпись. Сейчас мы подаем резонансную частоту на пластинке. Имейте в виду, что это очень важно, чтобы это строить. Айдас! Арунас! Арунас! Ну? Сейчас, когда говоришь, очень плохо слышно. Ты сейчас попробуй говорить, я скажу, хорошо, плохо. Ты сейчас микрофон поставь так, чтобы не крути голову или что там. Сейчас попробуй. Сейчас хорошо говоришь. Сейчас хорошо. Ну, видимо, скайп у меня унижается, что не без шума. Сейчас хорошо слышно, все хорошо слышу. Или крутишь голову, или что, получается как подвал. Ой, да, скайп автоматом снижает чувствительность микрофона. Тогда беру бы автомат. Попробуй сейчас. Самый лучший потом может не услышать люди. У меня, я не один в комнате еще. Не, я на записи не будет слышно, самый важный может пропустить что-нибудь.
Ну, а теперь как? Сейчас хорошо слышно, все хорошо слышу. Если будет какая задержка, я скажу. Хорошо. Так вот, на пластинке вы после этого, когда найдете резонансную частоту, вы подаете эту частоту. И второй уже, после, если смотрите инструкцию там нашу, как я и написал в свидетельстве, теперь будем подавать выход на 50 витков вместо 15, и будем смотреть, какие гармоники там есть. Нам надо согласовать всю эту частоту, резонансную частоту здесь, и гармоники частоту, которые из этой мы получаем на 50 витков, чтобы они между собой работали синхронно. То, что мы видим здесь на осциллографе сейчас, это выход 15 витков. Как видите, 1 вольт подаем из генератора, получаем, если вот еще точно посмотреть, тут 680 вольт. У нас делитель 1 к 1000. А у нас, если можете, что-нибудь скажите еще, пока Айдос придет. Про установку. Что я могу сказать? Просто вот когда вы делаете... Про настройки, про установку. Да. Самое главное, найти резонанс спирита. Когда, если вы не можете найти это, у вас может быть проблема одна из двух. Или одна. Пластинка слишком малая или слишком большая. Или у вас еще проблема с витками. Причем каждый феррит имеет свою частоту. Вы можете пробовать на всякие там ферриты, но самое главное у нас, что мы здесь сделали, не буду говорить о других формах. В нашем случае мы имеем феррит, который имеет кон английском форму. И пластинки сидят на самом меньшем диаметре. Не самый большой диаметр, где уже выходит, как пирамида срезана, но самый меньший там на вершине. И еще 90 градусов есть между пластинками и битком. Почему? Пластинки делают скалярную магнитную формулу. Как некоторым известно, ну физики тоже может подтвердить, 90 градусов уклон вектора скалярной волны от вектора B вообще нормальной магнитной поле. Так вот, мы делаем как бы такой угол 90 градусов. И когда между собой эти два магнитные поля используется, мы получаем третий вектор, который перпендикулярно идет уже кругом над этими векторами. Для чего это нужно? Мы делаем из этого nuclear polarization. На русском это атомная поляризация. Этот эффект чем важен? Каждый раз, когда вы делаете поляризацию, и после того, как вы убираете свои магнитные поля, причем без резонанса вам такие малые мощности ничего даже поляризацию не сделаете. Так мы еще перед этим мы используем резонанс для того, чтобы использовать мало энергии и раскачивать атомы. Когда мы раскачиваем атомы и электроны, которые там кружатся, на одну сторону. Это пауэр у нас, вот это как вход на 1 вольт? Да. Я тут рассказываю, подожди немножко. Когда мы сделаем эту поляризацию атомную и пропадает магнитное поле, а из этого получаем орбиты вокруг атомов. И из этого получаем очень большие магнитные поля. Подождите, еще допустим, повтори еще раз. Когда мы просто вот поляризируем атомы, по теории все это там можно найти по нормальной физике, как это делать, там другие способы и без резонанса, мы делаем создатку малой энергии. Когда мы это сделаем, и когда пропадает магнитное поле, которое управляет векторами кружения электронов вокруг атома, они опять идут на свой баланс. И каждый круг уже начинает крутиться по кругу назад. Перед тем они кружатся по эллипсоидной форме. В это время у нас возникают очень большие колебания на магнитном уровне. Вот оттуда мы получаем несколько тесту магнитное поле, которое еще так вот меняется очень быстро. Если получаем магнит. Миша должен объяснить холодный режим, когда он переключается, от него людей поймут. Ну, тут надо немножко почитать, потому что... Это потом, теорию потом. Может, сейчас продолжим регулировать? Продолжим. Сейчас, Айдос, подключи выход на 50 витков. Вход генератора? Нет, не вход, выход, осциллограф на 50 витков. Сейчас. А вход есть на пластинке, да? Вход остается на пластинках. Нам надо найти, какая гармоника сейчас на 50 витков, чтобы совместно работала с пластинкой.
Спасибо, поняли. Сейчас, секундочку. Я переключаю на Spectrum Analyzer потом. Причем на этом месте очень сложно найти, потому что у нас в лографе вы будете копаться долго, пока найдете. Но я покажу. Это самый паскудный момент, как говорят. Очень сложно найти. Переключили. Теперь увеличиваем. Я покажу на слографе, что у нас творится. Сначала. Более-менее такой же синус там видно какой-то. Да. Попробую я сейчас триггер включить. Немножко стабилизировать, чтобы видно было, что у нас тут есть. Все хуйня, это еще легко. Ну, я просто помню, что будет 50-50. Смотри, интересно. У нас под задающая частота какая? 1.1.40, да? Убираю эти пики. Да, теперь убираем пики. Делаем тати сайкл 40%. Ну, у нас здесь 9 было, там начало. Вообще-то надо где-то делить на 3 эту цифру, искать там диапазон, тогда у... Ну, 35, 36, 34, так скажем, да? Смотрим, что у нас на силографе. Сина все равно. Да, все равно. Она сама себя подстраивает, когда пластинки, как вы видите, что... Да, когда пластинки корректно стоят, они просто подстраивают все дело. Я не могу понять, почему он так есть. Так, видишь, пока не стоит. Раз не вышло. Почему? Потому что у нас скалярное магнитное поле делается. Это не я не согласен пока что. Не доказал. Это не будем сейчас ругаться, надо настройку нам сейчас. А, все. Так, сейчас. У нас максимум там было 1.1. На этот ферит конкретно. Уже частота такая. Нам никогда не выйдет сделать стандарт, потому что каждый ферит, если нам одна трубка... Даже мотка другая, даже проволока другая, там столько вариантов. Да, даже и сами не знаете, другие частоты. Но принцип тот самый, как видите. Теперь смотрим. Нам надо, опять, с самого меньшего. Тут 60 Гц, конечно, не очень будет видно. Надо выключать еще этот триггер. Смотрим дальше. Дальше. Ну, не прикидываешь сразу на килогерц. Я могу даже тебе сказать, какая частота будет. Я знаю, я просто хочу посмотреть опять первые частоты, которые самые нижние там. Чтобы люди поняли. Да. Где искать? Еще ниже. Сейчас подождем. Так, еще ниже. Я хочу посмотреть самый первый пик, который там есть. Для общего беседы, и что тут вообще за пик. Подожди, примерно около минуты займет для рассчитки ему. Да, это долго занимает. Зато мне нервируют цифровые устройства с одной стороны. Им легче работать на высоких частотах, чем на низких. А у них буфер загружает эту информацию, его рассчитал. Все, рассчитал. Теперь смотрим, какая тут частота, самый первый пик. Очень маленькая, я говорил, первый будет, а то даже еще меньше. Видишь, какая? Да. Смотрим второй какой. Один. С той старой проволокой было около 7.4 Гц. Но малая пластинка и большая пластинка. Первые частоты совпадно ближется к нулю. Ну вот интересно, почему. Ну дальше смотрим. На 120. Для спектрума прямоугольников. Да. Там смотрим, какие шумы возникают. Нам интересно, что мы с самыми большими амплитудами. Смотрим дальше. Тут... Арунас, было бы меньше шумов, лучше им видно было бы, если ты подал сигнал. Так, я немножко увеличил. Тут, и да. И переключил бы на 1 вольт. И не меньше шумов видели. Не, на него вообще не поймутся. Давай так было. А, нет, есть, давай, хорошо. Ну. И им так лучше будет шумы сглаживать. Да, потому что если подаете слишком мало, вы фон просто втягиваетесь. Еще раз смотрим на эти два, да? Ясно? Те же самые. Да. Ну тут много на малой частоте. Наш не очень интересует, идем дальше.
Дыры считает. Да. Дальше. Здесь нет, никаких пиков нет, идем дальше. 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 Я говорил, там есть какая-то очень низкая амплитуда. Не могу понять откуда. Я тебе сказал, чего? Прямоугольник, это спектру. За прямоугольник это будет. Вот, теперь смотрите. До 30. Первый пик. Частота за маленькая будет для смешивания дальше. Да, эти числа, если это частота, вам просто неудобно здесь. Да, смотрим дальше. Просто вот я поставил на это гайки, чтобы видно. Дальше до дома. Будет прикол, что не видно. Шучу. Тут у нас уже в конце, конечно, уже наша частота задающая. Нет. О, хорошо. Вот вам. Что здесь? Так, это задающая. Да, все, до этой больше, вот этой уже не надо смотреть. Ниже надо смотреть. Вот вам ниже. Один. За большая. Да. Но так смотри, три раза меньше, чем задающая частота. Да. Так, у нас 1-1, так переключаем на 6. Блин, я буду на старую пауку сейчас закручу, бо меня же бесит. Ну тут шум. Ну, кстати, это цикл можно еще немножко. Так близко. Хотя это не меняет. Ну, меняет немножко. Видите, вот здесь вырос. Но опять же, этот наш маленький. За маленько. 80 кГц. Посмотрим еще на большом спектре, что творится. Та же самая задающая. Да, вот на этот цикл все равно, скажем, 50 сейчас я скину, да? Стандартный. Здесь ничего не меняет. Меняется только потребление тока. Поставили там 40, 38, скажем. Так, смена. У нас как бы... Давайте синус ему, да? Сейчас. Я сейчас засну. Синус хочешь? Давай синус. Не синус подавай. А что? Сам знаешь, на 50 витков подается прямоугольник. Ну ты же сказал... Точнее, не прямоугольник, а рампа. Да, да, рампа. Он уже засыпает. Это на пластинке причем. Ну вот, теперь смотрим. Как бы здесь 590 кГц. Такой более-менее стабильный идет. И здесь 976. Посмотрим еще раз. Трудно? Ну? Пробуем понять, почему. В прошлый раз было как на 500, то, что не вижу теперь. Ну вот, смотрим, 592, да? Сейчас подключаем генератор 50 витков. Попробуем на этом уровне поискать. Или тупо настроиться, чтобы ты нахуй. Да. Ну тут синус, как всегда. Айдес, переключи генератор на 50 витков. И подключи выход на вторичную тушку. Попробуем 592 кГц, посмотрим, что там будет твориться. И его искать. Вот, пожалуйста. Так, теперь подаем прямоугольники. Подаем частоту 592. Как ты микросилы находится работать на этой? Вот, я подаю 592, да? А вот на спектром анализер все равно держит эту частоту, которую вы подавали. Могу понять почему. Теперь смотрим. То мы умеем делать из этого. А мы здесь не... Это не тот эффект. Это позволено говорить. Теперь подстраивать надо синус просто. Видите, что подстраивается, и так синус моделируемый идет спокойно. Ну да, то. Сейчас попробуем вокруг этого. Идет моделируемый, с чем-то взаимодействует. Сейчас, секундочку, я... Вырос. Рассматривай катушку на работе, генератор на работе, настройки на работе. О,
По 570 уже слишком мало, 580. Большое. 590, да? Да, большое. Все, уменьшается, да? Теперь смотрим. Потому что это не синус, это не такой, как был. Я знаю, вот тебе синус. Нет, оно прыгает. Я знаю, прыгает, потому что здесь вот. Это не синус, видишь, она амплитуда такая, другая такая. Она, да, потому что теперь надо подправить вокруг 58. Триггер застрял. Нет, триггер, потому что амплитуда не вырастает на спортор. Или вырастает, или нет? Нет, не вырастает на спортор. Вот видишь, как выросло? Давай настраиваем. Но все равно не тот, как ты не застрелил. Я вижу, я помню, как я тогда настраиваю, знаю, что я получал. Это похоже, но все равно мне что-то им не нравится. Да, может надо немного на жильную, а ровную проволоку. Давай поставим. Может нужен монолит провод? Может быть. Там монолит был. Вот такой кабель 5-й категории, это жила. Ну, понимаешь, знаешь, какой кабель. Да. Он на что-то влияет, он еще что-то зависит, но видишь, что вторая отменяется, чем-то он, так сказать, действует надо. Так, подаем. Вот как ты мысли, как у земли, а выходит нихуя. Значит, надо опять перемотать катушку. Да. Ну, можно попробовать и на таком, но он будет нестабильно работать. Попробуй, найди самого человека. Найдешь нас, ищи. Ну, вот. Может, время теряем напросто? А так и уже не засну. Я говорю, не что спать, мне становится идти сам на работу. Я на работу выезжаю по 10-вартам. Хорошо, тогда может сразу взять и перемотать сейчас? Пускай настроят, посмотри, что тем, что получится. Да, ты это все пишешь, да? Да, я это все пишу, и завтра утром будет в интернете. Да, потому что все эти разговоры, это удостоверение этого, что вы по ней правду давали. Да. Вот, 586 уже на уменьшение. 585 уже. Это не синус, это... Да, я по амплитуде смотрю, просто, ну... Тут что мы имеем, что имеем. У нас немножко здесь баланс есть. Но тут ничего не поделаешь, честно. Если ты посмотришь... Ой, прости, ты посмотри, как она моделируемая идет уже. Сейчас я покажу. Глаза. Триггер нормально, ставим, сейчас увидишь прикол, что она уже идет с чем-то смешана, она на что-то реагирует, когда ты ее попадет в себя. Смотри. Нет, зараза. О, уже более-менее понял. Я говорю, ты видишь, сейчас она на что-то реагирует, на следующий, мне нравится ее. Ну, попробовать можно, увидим результат. 584, 583, там около того я видел. Сейчас 585. Ты посмотри, он уже изгиняется, как змея. Он был должен быть чистый, красивый зим. Да. Так, видишь, как он вытягивается. Причем еще раз мы сейчас посмотрим на спектр-монолайзер. На этой частоте я задаю. 570 кГц попробуйте. 570 вот кГц попробуйте. Слишком маленькая амплитуда сразу будет, смотрите. Только тут это немножко уже так. Пойдемся, что у нас было. Что-то там у тебя уже упало вообще. Я переключил вольтаж, чтобы ты не упал. Подожди. Я так не отвечаю. Да. Я на 1 вольт поставлю просто. Причем посмотрим еще кое-что насчет Duty Cycle сейчас. А у нас это что-то зависимо было, а сейчас мы поставим его старый. И еще ты сейчас настроился. Так вот, не знаю почему, так я хотел на кончику, хотя бы кого-то сравнить по руку для усиления. Так надо взять и перемотать, и уже все. Так мы время теряем. Не, просто перед тем, как перемотать, надо посмотреть, работает вообще ли на таком режиме. Мы же не знаем, не работает, работает, никто же не смотрел.
Если вообще, если была бы уже проблема, как и с первым разом. Да, тогда надо испробовать. Вот это. Хорошо, сейчас тогда я останавливаю запись, хорошо? Хорошо? Да. Я сейчас. Останавливаю. Айл, слышишь? Да, слышишь. Короче, немножко увеличено. А, это слишком. Я уже хранил режим, смотрел. Немножко тренировал. И что ты не можешь найти сам на его баскетер какой-нибудь, я тут грею. Что там еще больше, чем еще есть. Так, теперь частоты. Я запись включил. Мы подбираем самую большую амплитуду, потому что на этой ситуации мы имеем дисбаланс. А мы посмотрим, работает ли в таком режиме тоже. Опять же, у меня контакты. Ну вот теперь, смотри, вот теперь амплитуда должна быть. Должна реагировать на руки, моя только руку присовывает, сразу меняется. И все такое. Никаких резонансий, ты дотрагиваешь руку. Разваливай, смотри, что получается. А ты когда руку подтягиваешь, что творится? Вот руку наложил. Ага, на другой конец наложишь. Нет разницы. Нет разницы. На выходном. То есть на выходном, тесно. Я просто так делать. Не будет разницы. У меня такое предчувствие, что слишком много витков на конце. Витков? То же самое, что было. 150, да? Но импеданс не согласован. Не, ты можешь конденсатор подключить параллельно? Я не могу подключать, до себя того не доходит. Что-то мне говорит. Знаешь, какой эффект будет? Наверное, надо их направить на 10. Ну, короче, Айда, смотри. Я сейчас подаю 584, да? Не меняется. 570. Вырастет. Сейчас ты уверен, что все контакты подключены, потому что вот частота упала. Частота упала. Я говорил, бери паяльник и сделай нормальный контакт. Потому что частота упала сейчас, вообще-то. Да, может быть, чтобы не все обстоялись. Потому что здесь, что мы видим уже. Многожильный провод, может, не все жилы спаялись вместе. Может быть и такое. Потому что очень спешили. Надо перемотать на целый монолит. Монолит надо перемотать обратно и все. Как с пластинками было байер, так и будет с проводом. Будет. Да, надо поскорее перемотать и все. Ну, сам знаешь, ребят, мы теперь сайты посмотрим, что мы имели, что имели на тебе. Да, мы ими настраиваем немножко другую катушку. Но это вообще реальные ситуации жизненные. Потому что каждый человек будет настроить свою чекатушку и вообще с другими условиями. Если ты уверен, что все контакты включены, вот твой. Ты уверен. Теперь пока не дотрагивайся, Дотрагивай его рукой, сейчас посмотрим, что творится. Вот рукой дотрагивай, смотри, отпускай. Так, ясно. Все. Короче, теперь задающая частота 562 кГц. Ну я попробую еще вот. Немножко подкрутить, но я думаю, что из этих рамок не выйдет. Все.
перемотай. 562 с половиной, который уже не нашел стал. Нет, 661, посмотрю. Алона, во, ты можешь здесь нагреться, тебе показывает тип оф пик. Самый небольшой, 409. Ты будешь точно настроить, видишь, где мы. Да, я вижу. Я просто оставляю вот это, я визуально скором быстро вижу. 561, 560, как? Увеличивается, это же. Пик оф пик. Так, 425, да? Упало. А, соль. Есть как у радио в резонанс, когда вы тюнинг делаете, как радио, когда искать ребенка. Есть некоторый диапазон, который когда попадает. Вот 557 мне уже не нравится. Пик то пик 4. 578. А он вырос. 7 не выше. Нет, нет. Еще выше. 62. Меньше. Теперь. 59.5, да. Меньше. Короче, вот. 559. Да, значит у нас частота 559. Только 17-4 идут, что все было не так, запекает где-то это. Что подарок. Проверим. Запиши частоту, потому что. Когда сделаешь спринт-скрин, сделаешь на спектрум аналайзер еще. Покажем частоту. Сохранил? Да. Закрываем сейчас спектрум аналайзер. 59 это наша частота, а вот самая высшая, которую мы имеем, все равно держится в резонанс, да? Значит, мы попали где надо. Видите, от чего зависит? У нас 30-40 как ни крути, как и раньше было, прямо сразу. Да, это постоянно. Резонанс это всегда одна частота, как вы не крутите, все равно это. Алис. Частота 1,2 МГц была, да? Перед тем, или 1,4. Я открыл, смотрите. Это самая мастерная, надо стирать его. Да. И не записал сам этот уход. 1,9,3 был. Это со старыми пластинами. Со старыми, старые не смотрите. Да. Ну я тут вижу пик на 1,1,2. Да, что пик будет. Где-то перенимаем, где-то чего-то на температуре, как прыгает. Ну, посмотрим, о чем тут. Позже. Короче, так, еще раз посмотрим. Включи на пластинке генератор. На 15 выходит. А? На пластинке генератор на 15 слонов. Еще раз посмотрим, потому что мы не зафиксировали, какая частота резонанса. Это вот частота 1,1,2. Все, подключил. Так, теперь задаем белый шум. Где у нас белый шум? Это самый быстрый. Море функции. А, да. О, хороший пар. 1,1,10, да? Сейчас посмотрим поближе. А смотрите, 7 на себя. Да. Сейчас синхронизацию включим, все. Ну, я показываю опять по двумя способами. Да, правильно, смогу сказать, эффект похожий, но опять что-то пробовать, что-то все-таки меняет. Не знаю почему. Да, это надо будет перемотать. Чтобы удостовериться, что это плохо. Или хорошо, как меня. Да. Ну, пока остается неплохо. У нас первый раз вообще стабильно вышло. Очень стабильно. Ну вот, частота вроде на 1,1,12, видите? Да. Резонансная частота. Прости, говорю, у нас сюда будет когда-то имеющая частота. Да. Теперь смотрим на спектром лазера.
То же самое. 1.10. Ну тут еще. Да. Да, 2.12, все. Да. Вот это можно сохранить сейчас. Теперь это подключать генераторы. Мы сейчас да, смешивать будем. Так как настроили частоты, сейчас первые два. Нам нужно перейти от фазы D50 Гц плюс-минус несколько гигагерц. Чтобы на выходе мы получили большую синусоиду. И внутри будет это вот 15 часов. Будет легче. Когда вы будете уже профа на это дело, можете делать что хотите. Откуда-то идет фоновый шум. Вот не знаю почему. По мне все-таки, может быть, еще вот там, по мне, может быть, это вырвется где-нибудь там на волосинках прикрёвана. Ну, пусть я еще приведу. Не-не-не, я говорю на громкоговорителе, идет фоновый шум разговора. Нет шума. Чтобы вся ваша система работала совместно и не против, и друг друга. Я бы на другие мяты подключил сатанный трансформатор 500 Гц, это прикол в прошлый раз. Угу. Для начала, поэтому переключим на генератор, потому что для начала мы запьем 50 Гц. Еще такой момент у нас вообще, как видите, входная мощность очень малая. Все это этот генератор, сколько он выдает, он 20 вольт, сколько он выдает. Да, это просто по параметрам. Сколько он выдает, сколько будет. А там камера работает? Что? Камера работает или нет? Я записываю экран. Вот, генератор. Я не вижу. Не вижу. Ну как ты не видишь? А секундочку, я посмотрю, если сейчас. А, все восстановилось, вы успели видеть. Сейчас, извините. Нет, мы с вами заменяем, это баба. Видишь? Да, все ясно, видим. Еще покажи, еще раз покажи. Чтобы они потом могли посмотреть заводские параметры, сколько ты дает. Это если прикол, я могу сатану не дает. Да, все. У меня было потом вопрос. Ну хорошо, люди успели, по-моему, уже смотреть. Все. Да. Сейчас надо подключать генератор. Это нас могла сюда чуть-чуть, да? Сейчас
на генератор можно и простой генератор иметь, только имейте в виду, что он бы ее полностью до того шума. До начала. Повторите, вы не слышали. И если вы не имеете цифрового генератора, как мы здесь имеем, можете брать другой генератор какой-нибудь, какой-то другой есть. Но главное функция его белый шум, как бы. И еще на третьем видео, потому что если вы берете мангин сердечник, у нас частота будет больше. Алло, что-то плохо звук слышит. Вас тоже там уже плохо слышно почему-то. Сейчас уже хорошо, давай поверим. Сейчас хорошо слышно. Если вы под рукой не имеете этого генератора, такого вот цифрового, который потом может сделать всякую эту фишку, берете генератор под рукой, но надо его покупать. И частота опять меняется, потому что если у вас сердечник поменьше, ваша частота будет больше. И имейте в виду, что пластинки, скажем так, мое мнение, что не было больше, чем на четвертой высоте этого сердечника. Опять плохо звук, плохо звук. А если как, у тебя нормально слышно было? Сейчас нормально, ты здесь так, начинаешь нормально, потом меняешь что-то, или меняешь позиции с головы. Но я не меняю, я сижу на одном месте. Хорошо, сейчас говори, сейчас хорошо, отлично. Надо... Теперь еще раз. Да, Арунас. И когда говоришь, можешь сделать паузы между словами, а то, наверное, компьютер не успевает передавать, что ли, и потом плохо слышно. Ну хорошо, еще раз. Если под рукой не имеется цифрового генератора, такого, который может делать все, как у нас, а берется генератор под рукой... Стоп, опять плохо. Ну блин, я перешлю, короче, свою запись, я говорю, это нормально. Ну хорошо. Нет, это уже хорошо сделал. Я говорю, если нету генератора под рукой, такого, как у нас там, или там похоже. Да, это слышали. Берете генератор, который есть под рукой, но с функцией белого шума. С функцией белого шума. Да, надо брать генератор с белым шумом. Если ваш сердечник поменьше, резонансная частота будет повыше. Нам нужен генератор до 5 МГц. Ну, это понятно. Ну, это для тех, которые любители только электронных. Да, это первый раз видео, слушай. Еще насчет пластинок. Мое мнение, это только мое мнение, что высота пластинок, ширина то есть пластинок, не было больше, чем 1/4 высоты внешнего сердечника. Нет. Причем чем меньше ширина пластины, тем выше частота. И как видите, там даже достигается до того, что мы не можем раскачаться. И тогда надо уже побольше. Если слишком малая ширина, то надо ее. И пластинки из двух слоев. Берете фольгу, значит, фольгу, соответственно. Берете, сглаживаете там наполовину и видите, вот у вас пластинки. Если хотите заметить, изменить там тоже берете. Что лучше, медиа алюминий, кстати, мы не знаем. Здесь такая тонкость есть, что почему-то мы не знаем, почему на алюминиевый там получалось нам, а на мид как-то не добиться. Алло? Так, я ничего не вижу. Ни хера не вижу. Вот снежные, просто они красивые снежные, это надо стоять, это что будет это с этим проводом. Осциллограмму видим. Опять же, вот видите, теперь надо немножко поднастраивать первичную частоту 50 Гц. Попробовать над этим выровнять. Здесь мы подключаем осциллограф уже на выход, это на вторичную катушку. Смешиваем два частоты, смотрим, что там у нас творится. Когда заканчиваем настраивать, мы подключаем конденсатор пластинка, настраиваем на перетрассу. Даже пик видишь, этот пик вот там меняется постоянно. Это триггер, сраный. Сейчас пускай пересчитывай. Вот, видишь? Вот тебе на следующую частоту.
50.05. Немножко там можно покрутить. 51 Гц, попробуй. Теперь надо переключить из трансформатора на генератор 50 Гц. Нет, здесь теперь выхода. После этого порядка, если хочется, на завтра может мне было не потратить, то право. Ну, значит, я имею в виду, что 50... Сколько сейчас? Секундочку, я попробую их понастроить. 50. Это простой трансформаторный вход под 9 вольтов с маленького трансформатора. Да, 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 да. Это только... Это трансформатор какая мощность? Ну, наверное, 0,28 миллиампер. 0,28 ампер. А сколько вольтов? 9. Вот вам мощность. И куда подали? На какие? На какие витки подали? 15 витков. Все, 15. Спасибо. Съем уже на бифолярике. Происходит. Сейчас попробую немножко настроить триггер и так далее, чтобы стабилизировать хоть немножко. Некрасиво работает, сразу. Да, просто. Некрасиво работает, потому что у нас нет баланса, но. Сейчас. Сейчас на выходе сколько вольтов получается? Можно прислать, мы жители. Подожди, мы просили, что тебе 15-1,5 кВт. Где-то. Шкалит немножко. 1,5 кВт. Где-то там, да. Пока ты прибыл. Слушайте, на вторичке еще где советую. Несущая частота 50 Гц, 50 Гц частоте модулированная вот эта частота. Пик-пик-пик. И у вас пик. Ты записываешь? Да, слушайте, да. Да, это все идет запись. Что, когда включу эту модулированную частоту, которая вмешивается 50 Гц. И больше это будет важно. Смотри. Вот 750 Гц. Еще когда большой. Видишь? Да. Смотри, что будет подключать. Отключи сейчас 50 Гц, посмотрим. Можно показать. Что говоришь? Отключи 50 Гц сейчас, несущий. Подожди, перед чем он будет подключить? Я говорю, Гц это не поставили, ведь же лампочки не поставили. Нету ничего там. Вот именно, за это я говорю, что важно есть тоже, чтобы сказать, что пока что у нас вот 1,5 кВт, да? Но дело в том, что Гц... Без нагрузки. Без нагрузки, да. Без нагрузки. Делитель 1 к 1000 или 1 к 100? 1 к 1000. Так вот, не 1,5 кВт, а это 15 кВт. Это 15 кВт, да, вот именно, это 15 кВт, да. 15 кВт пик-ту-пик без нагрузки. А он врет, видишь, появляется вопросительный знак, он не может уже посчитать. Потому что вот точки есть на 100 кВт. Да, да, да. Точки, которые не посчитывают. За предел выходит. Теперь, Айдос, отключи 50 Гц, 15 часов. Просто для записи. Вот видите, не может без один без другого работать. Теперь подключаем конденсатор, поднастраиваем на пластины на это резонансное число. Только то, что для себя не делать, но и был процесс, как настроить, а не это увидели. Может, другое видео создать немножко попозже, как это до конца довести. Но вот некая катушка, я же в шоке, следит, она плохо сделана. А вот хотя бы худше, а вышло как хуже. Да, это надо перемотать на нормальные проводы и опять сделать видео. Перед тем, как перемотать, мы попробуем запустить. Хорошо. Запись продолжается. Насчет конденсатора. Все спрашивают, куда конденсаторы подключаются. Конденсаторы подключаются к пластикам. И как видели, вот настраиваем, какая там передовая резонансная частота, а настраиваем на этот пластик. Другой. Это Томас. Вот, как я сказал, что видно бифолярка. Идеально видно. Это, кстати, еще не готово. Это не наше, кстати, не производство, это нашего друга, который пробует повторить, и думаю, в скором времени повторит. Так, фото выходной катушки можно? Айдос, теперь мы можешь отключить... Ай, генератор все равно используется. Выходной катушки выход, вы видели, я не переделал стандартный комплекс. Не-не-не, для записи народа, для народа записи. Это о, видео, что? Понимаете? Это не для меня. Потому что это видео будет смотреть, ну все видео не сразу посмотрят. А все равно не сделать с первого раза. Не, ну ты ставишь все видео за один раз, чтобы я мог скачать. Это будет уже восьмая часть идет видео. Хорошо, все 8 часть, давай скачать. Да. Thank you.
Я видео делаю кусками, чтобы меньше места занимал, чтобы разделить. Потом сервер не будет принимать там 50 гигов сразу. Сейчас настраиваю камеру. Так, хорошо, видно чуть-чуть. Подожди, не слышу. Я просто попробую микроскопный режим включить, чтобы не досконально, хорошо было бы видно. Да, не могу понять, ему яркость не хватает, она тотально рассветит прямо. Чуть-чуть дальше, может, тогда хорошо было. Было хорошо, но не смог нас фокусировать, не могу понять. Это автоматика. Маленькина. Да, дорогая Маленькина. Да. Неплохо. Да, все, ну, в принципе, видно, все. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Подожди, я еще другую полосу. Это выходная катушка. Вот, здесь? Да. Это выходная. Кстати, эти надо менять, смотреть, как лучше работает, потому что если тут перевесили в ту сторону намотал, то тут грязь нахрен меняется. Все ясно. И теперь чуть-чуть можно 35 градусов прокрутить вниз. И Кайра, голубичный пасок. Так, вот так? Ну, во-во-во, ковеса, ковеса поим. Сейчас. Ну это... Секундочка, секундочка, ребятка, и 150 гиг уметь. Я говорю, я переделал. И вообще, да еще и еще, я еще переделал. В конце января вот этот самый провод будет виноватым. Потому что, если вам помнишь, говорили, я не знаю почему, не хватает этого проволоки для съема максимальной мощности, сколько есть. Да, то сколько гигов ты там поставил? Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21. 21 двойного провода. Окей. Мотается двойным, двойным проводом сразу. Да. Вот, идеально будете посмотреть, можно показать. Все, все ясно. Теперь 21 это двойной провод 21 или по одному проводу 21? 21 Все ясно. Теперь можно увидеть это 15 витков, это 51, эту сторону катушку с пластинками. Тогда мне надо изоленту снять. Подожди, изоленту сниму и покажу. Хорошо. А с изолентом можно сейчас прямо вот камеру накрутить на эту, которую осциллограф включили? Пусть будет с изолентой. Просто камеру включи в эту сторону, раскрутить и все. Я хочу так, чтобы это нормально было, чтобы на какие-нибудь пологи делали, мне красиво будет смотреть. А эту студеньку имеешь? Что? В линете. В линете я не имею, я оставлю. Поставлю. Не, линейку рядом, да, чтобы знали, какой размер примерно. Хорошо, могу. Сможем дать точнее. Потом будет фото, но все равно. Сейчас идет запись на видео. Так, не. А может попасть в какую-нибудь или батарейку? А линейки нету? Сейчас не буду там найти, не нападаю. Ну порядок, не нападаю. Ну что ясно, это диск А-диск. Да. Сейчас я точно знаю, например. Это вообще 300 оптический диск, 330 мегабайт. Ой, вот и лучше. Пробую, может быть, всего такой камер, когда не видно. Сейчас фокус. Не могу сфокусироваться. Это хорошо, ты словами скажи сам, что видишь словами, скажи. Давай. Не, не пойдет это. Это металл блестит, мы его не увидим. Если он зум сделает, то увидим. Это металл блестит, не сделаешь. Он сделает. Все, 9. Один, да, 11. 11. Так, между внутренним и внешним сколько там? Сейчас. 7.
Вверху и внизу там. Ну, внизу здесь есть, наверху сколько вернее. Внизу 11, вверху 7. Хорошо. А, высота. Высота. Высота 6. Хорошо. А теперь 15 и это, в другую сторону, как провода намотаны, можно увидеть? Да. Сейчас я снимаю эту стену, на ленте поменяю. Скорее смотрим. Это будет ясно. А так, как это раз на ленте, некрасиво наматываем, не знаю. Так, теперь можно, чтобы оба катушки в кадр. Во-во-во-во. Все нормально, нормально. Это на скорую руку. Еще покажи, какая модель у кредита, отклонение системы. Не увидят. Он увидит там через витки. У меня на сайте есть там все. Там не надо. Чтобы они удостоверились, что это то же самое. Ну попробуем. Может на стол положить? На стол положить, чтобы не шевелиться. Освещение, чтобы из другого угла. Во-во-во-во-во, сразу хорошо будет. Цифры не очень видны только. Громко можете, а это сказать Марку, что там написано, можете сказать? Марка написана как Марка, ну, если находится, могу ее даже разобрать. Чтобы точно знать. Если надо пробовать снимать будем, то мощнее я буду наматывать. Сейчас вот на глазах разберу я его. Да, это самый лучший вариант, чтобы не сказали потом. Apply compensation, включи, если можно. Вот, все, есть. OC9038PC12. Да. OC9038PC19. Нет, все, спасибо. Теперь Айдас, у меня просьба, можете показать трансформатор, который там дали 9 вольт, как он выглядит? Не, этот самый, который подключали сегодня. Подождите немножко. На стол поставьте, на стол. На стол поставь, чтобы не рука. Во-во-во. Можно раскрутить, чтобы правильно буквы были. Раскрутите. 90 градусов, раскрутите. Камеру вверх чуть-чуть. Она перед наклоном, сама наклоняется вниз. Подержи и за жопу. Не, подожди, тихо. Весли, тихо. Все, видно, спокойно теперь. Минуту, спокойно. Спасибо, видим. Ну. Когда я покажу.
Он вообще малюсенький, этот трансформатор всех запитывает. Но могу сказать, от чего он даже. Он от стиральной машины Bulknight, который управляет микроконтроллером стиральной машины. Да, компьютер. Ну так что, сегодня все, наверное, да? Ну да, я еще посижу, мне уже так используется. Да, хорошо. Может, подключить, раз он настроил, то подключить рабочую. Да, это будет другой раз. Так, теперь для всех я хочу сказать, что здесь снимались Айдас, Арунас, Весли, Антанас и Гинтас. Это была настройка генератора, в принципе, как и Капаназы. Да. Это вообще по принципу Тесла плюс атомные поляризации. Да. Только вот для телека лучше на этом проводе сделать. По идее, примерно было бы руки, еще раз его покажу. Но из-за неизнаемых причин нам вышло очень некрасиво. Причем надо сказать, что атомная поляризация — это ничего другого, как nuclear magnetic resonance. Ну, это потом вопрос будем решать. Так, чтобы светлее, можно было, чтобы светлее? Можно. С этого провода мотался 15 витков и 50, да? Да, и там некрасиво получилось. Да, да. Но с монолитом получился больше. Лучший результат. С монолитом стабильно работало. Да. Почему так вышло? Наверное, концы не спаялись хорошо. Да. Да. Ну это скажем потом, как еще точно испытание. Да, это точно не знаю. Ну что, тогда спасибо. Я камеру, эту запись, видео прекращаю. До свидания всем, спасибо. Завтра в интернет будет это видео, другую информацию. Да, и ищите вот здесь. Вот еще на генераторе химик, который сейчас был именно использован. Сейчас. Это генератор сигналов? Да. Они у меня на такие, я их снова выключил. Это генератор по ЦГУ 1000. Можно положить, чтобы не шевелился, буквы не видно. Да и ближе там. Все, сейчас делай. Во-во-во-во-во-во-во-во. Все, держим, немножко подержать. Ну все, спасибо тогда. Через скайп потом и поговорим, без камеры. Да, еще поговорим. Да, сейчас минутку я. Вся инфо ищите Free Energy LT Народ.ру Айдас. Здесь, который видите. Какие мысли? Некрасиво настроилось, но настроилось все равно. Да, конечно. Вы выключили запись, да? Нет, сейчас выключаю. Все. Выключу запись. Сейчас, подождите.